Трехэтажки по улице Ленина были построены в 2020 году для переселенцев из аварийных бараков. Первый год особых претензий у новоселов не было. Но потом в квартирах появилась сначала сырость, потом плесень. Ну это нормально, нет? Новый дом на гарантии. Это у вас плесень так пошла? Да. Люди говорят, что дома построены с конструктивными нарушениями. Не работают вытяжки. Вытяжка вон, как сказать... Там лед, когда зимой, понимаете, она наоборот сюда дует. То есть у вас не вытягивает даже из квартиры? Да. Под натяжными потолками на верхних этажах скапливается влага. Потолки отвисают, обои отклеиваются. По стенам пошли трещины. Все это считают жители из-за неправильно сконструированной крыши и сливов. Получается, в желобане попадает вода, она идет по стенам. Ну, оно вон видно, угол, допустим, он весь сырой. Вот угол видно, да, и вот там. Да, угол весь сырой, вот под окнами все сыро. Входные подъездные группы от той же воды уже начали отходить от стен. Новостройкам по Ленина 48, корпусы 2 и 3, всего по 4 года. Они еще стоят на гарантии у застройщика. Но рабочих жильцы не видели с самого заселения. У владельцев квартир возникает вопрос, как администрация Черногорска могла принять здание у застройщика с такими серьезными конструктивными нарушениями. И главное, за чей счет их собираются устранять, так как ответов от мэрии жильцы добиться не могут. Говорят, складывается мнение, что власти тянут до окончания 5-летнего срока, когда ответственность за содержание домового имущества полностью перейдет на собственников квартир и станет их личной проблемой.